держи, вот так ровненько держи, а я сейчас сперва буду... черножем немного. Бережно и с любовью высадили кустик за кустиком. Теперь улица Звездная превратилась в цветник с розами. Хрупкие растения доставили прямиком из Цельнинского района. Своей красотой гордые цветы начнут радовать уже в следующем году. А пока важно правильно посадить побег в землю и сдобрить теплотой души. Пакетик разрезают и прям с комом земли высаживают. То есть корни землю не растряскивают. Особого ухода розы не требуют. Они уже у нас зиму перезимовали в нашем районе. Единственное, нужно будет периодически убирать сорняки, поливать водой. Ну и просто ухаживать за ними, смотреть все. Поднять улицу с колен смогли сами жители. Их энтузиазм и идеи своего рода вечный двигатель. Появилась идея, представили ее миру. И вот уже сегодня от бывалого пустыря почти ничего не осталось. Ой, раньше была свалка, сейчас там детская площадка. Замечательная площадка, этот футбольный, этот, как его, стадион у нас. Да, мальчишки играют. Футбол, волейбол, там разные снаряды. Сейчас у тосовцев появилась новая мечта – возродить набережную реки Свияга, облагородить парк, построить велодорожки. Для ее осуществления предстоит убрать скопившийся мусор. По наследству от автошколы в окрестностях осталась гора покрышек, а бывшие постояльцы бездомные подарили на память свои пожитки. Однако трудности не пугают. С двух сторон мостовую омывает как раз река Свияга и Сельдь. 6 километров протяженность набережной. Мы ищем, где сделать пляжи, где сделать зону отдыха. Она вот здесь под боком. Просто нужно ухаживать, и чтобы как раз сделать так, чтобы там не мусор был. Пока возведение нового места отдыха лишь на этапе подготовки. Но кто знает, объединив усилия, может уже в следующем году ульяновцы откроют пляжный сезон именно на этой набережной. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.